Всем привет! Сегодня будет довольно специфическое видео, не связанное с электроникой, исключительно механикой, и делать я буду слайдер. В общем-то, слайдер — это такая штука, которая служит для плавных проводок при съемке видео. Для тех, кто как-то связан со съемкой видео, может оказаться очень даже полезным. Как обычно, можно купить уже готовый вариант, долларов за 50-60, но мне интересен сам процесс сборки, так что поехали. На сайте по 3D печати нашел довольно простую и в то же время функциональную модель. В первую очередь напечатал все необходимые элементы на 3D принтере. Ссылку на оригинальный проект со STL файлами для печати найдете в описании. Детали печатаются долго, поэтому для увеличения скорости устанавливаю толщину слоя 0.3, при сопле 0.4. Это дает ощутимый прирост в скорости. Есть, конечно, потери по качеству, но в данном случае, думаю, ничего страшного в этом нет. Мелкие детали печатаю слоем 0.2. Также помимо напечатанных деталей потребуются некоторые дополнительные. В качестве рельс или направляющих для перемещения каретки слайдера используется алюминиевая труба диаметром 25 мм и длиной 1 метр из строительного магазина. Для плавного перемещения каретки нужны подшипники. В этом проекте используются подшипники 608. А также необходимый крепеж. Это болты, гайки М6 для ножек слайдера и М8 для сборки каретки. Сама сборка также очень проста. Сначала собираю держатели направляющих. В них необходимо установить болты М6 в качестве ножек и зафиксировать гайками. Головка болта входит довольно туго, поэтому можно притянуть ее с помощью гайки, а не забивать, чтобы не повредить пластиковую деталь. Теперь собираю саму каретку. Думаю, сборка в комментариях не нуждается, все просто и однообразно. Вставляю трубы в подшипники и проверяю плавность хода. Если чуть-чуть подзаедает, можно немного ослабить болты, на которых крепятся подшипники. Устанавливаю трубы в держатели, входят они плотно, но при желании можно дополнительно приклеить их. И после сборки окончательно проверяю плавность хода. На этом сборка завершена и устройство почти готово к работе. Остается только установить крепление для фотоаппарата, в качестве которого буду использовать вот такую шариковую голову. Для ее крепления буду использовать остатки крепежа от какого-то штатива, они как раз идеально подойдут в качестве переходника. Самое время установить фотоаппарат. На мой взгляд, получилось довольно неплохо. Перемещать камеру руками равномерно довольно трудно. В этом случае возможны небольшие рывки или смена скорости. В идеале, конечно, использовать электрический привод, но это немного другая история. Но все-таки с помощью канцелярской резинки можно значительно снизить рывки при движении руками. Для этого просто необходимо соединить пару-тройку резинок и перемещать им каретку с фотоаппаратом, держась за конец резинки. Резинка сгладит небольшие рывки и перемещение получится более плавным. На этом сегодняшний проект подошел к своему завершению. Возможно, в будущем будут доработки, связанные с установкой электропривода. Если видео вам понравилось, то не забудьте подписаться на канал и оценить видео.
Это лучшая помощь в развитии канала в целом и стимул к новым проектам. Всем добра, удачи, пока.